Это «Краснодар сегодня», мы продолжаем наш выпуск. Они воевали, чтобы мы жили. И мы не просто помним, а чтим их подвиг. В Краснодаре дали старт патриотическим мероприятиям «Года памяти и славы». Торжественная церемония прошла под открытым небом в парке имени 30-летия Победы. Сотни человек от мала до велика собрались, чтобы вместе отдать дань памяти погибшим и сказать спасибо живым героям. Присоединилась к ним и наша съемочная группа. Чтобы русский дух на небо дух, чтобы русский глаз не угас. Русский дух. О нем ходят легенды, поются песни и снимаются фильмы. И, конечно, сильнее всего он окреп и проявил себя именно в то страшное время – военное. Участникам этого мероприятия в какой-то степени тоже пришлось его продемонстрировать. Этого потребовала погода. И ведь ни низкие температуры, ни пронизывающий ветер, ни моросящий дождь не испугали тех, кто с трепетом относится к истории и ее свидетелям. Очень важно помнить о этих подвигах, чтобы донести следующим поколениям ту горечь войны и, в принципе, чтобы у всех была позиция за мир на земле. Вообще, я считаю, что человек, который не знает свою историю, рискует допустить те же ошибки в настоящем и в будущем. Поэтому я считаю, такие мероприятия очень важны, и поэтому мы их посещаем. Надо помнить, чтобы как-то сберечь мир на земле. Земля когда-то разделилась, как говорят, на 5 континентов. Объединить их уже невозможно. А вот люди, живущие на континентах, да, нам надо объединиться, чтобы сохранить нашу землю. Как и на любом патриотическом мероприятии, здесь главные и самые почетные гости – ветераны. Поздравить их с 75-летием Великой Победы пришли председатель Гордумы Вера Галушко, вице-мэр Краснодара Алексей Удовенко, представители казачьих обществ, ветеранских и общественных объединений, студенты, курсанты и школьники. В течение юбилейного года в кубанской столице в честь живых участников войны и в память о погибших пройдет несколько сотен мероприятий. И я хочу сказать вам, уважаемые ветераны, в этих мероприятиях и организаторами, и главными участниками будет наша славная молодежь города Краснодара. А это говорит о том, что героическая память наших отцов, дедов, прадедов и прабабушек будет жить вечно. От душевных слов в адрес ветеранов, казалось, даже на улице становилось теплее. Параллельно в парке развернулась акция «Блокадный хлеб», посвященная полному освобождению Ленинграда. Волонтеры раздавали прохожим символичные кусочки весом 125 граммов, а взамен предлагали заполнить карточки, адресованные участникам войны. На них можно было выразить благодарность или пожелать крепкого здоровья. Активисты пообещали, что все записки точно дойдут до адресатов. Старт череды мероприятий получился поистине душевным. Перед гостями выступили творческие коллективы города. Ведущие освежили в памяти поворотные моменты Великой Отечественной войны. А мощь нынешней подготовки продемонстрировал отряд почетного караула, состоящий из учащихся школ, техникумов и колледжей. Затем не так масштабно, как на 9 мая, но не менее торжественно. Под звуки марша, парадом перед гостями прошагали военнослужащие Краснодарского гарнизона. А после над парком воцарилась тишина. Собравшиеся почтили память о тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. И, конечно, возложили в их честь цветы к вечному огню. Анастасия Федотова, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар».